Я попрошу взять слово Жирякова Степана Михайловича по составу согласительной комиссии. Пожалуйста, Степан Михайлович. Уважаемая Альдина Ивановна, уважаемые коллеги, наш комитет предлагает следующие кандидатуры в состав согласительной комиссии. Лебедев Владимир Альбертович, руководитель. Митин Сергей Герасимович. Каветиди Ольга Федоровна. Штыров Вячеслав Анатольевич. Горячева Светлана Петровна. Иванов Сергей Павлович. Любители животных. Коллеги, есть ли дополнение? Пожалуйста, пожалуйста. Включите микрофон. Да, Лисовский первый. А, Валентина Ивановна, я предлагаю себя тоже в состав комиссии включить. Предлагаю себя. Хорошая фраза. Предлагаю поддержать. Да, дальше. Алексей Николаевич Кондратенко. Валентина Ивановна, тоже прошу включить меня в состав комиссии. Спасибо. Коллеги, нет возражений? Нет. Дальше Александр Геннадьевич Шишкин. Что, Александр Геннадьевич, тоже хотите себя предложить? Конечно. Коллеги, нет возражений? Давайте всех запишем. Так, пожалуйста, кто еще хочет? Светлана Петровна Горячева, пожалуйста. Уважаемые коллеги, я прошу меня не включать в эту комиссию. Я правда... Так, Светлану Петровну вычеркиваем. Нет возражений? Самоотвод. Антон Владимирович Беляков. Было бы странно, если бы, так сказать, я не оказался в этой работе, поэтому буду признателен очень. Если меня тоже, так сказать, как-то там включат сбоку. Действительно, было бы странновато. Антон Владимирович Беляков, коллеги, нет возражений включить? Принимается. Единственное, я всегда исхожу из того, что любой орган, комиссия, совет, чем больше людей, тем меньше толку. Поэтому все-таки хотелось бы такой компактный состав. Но если сенаторы настаивают, почему нет? Ильдус Талгатович Ахмедзянов, пожалуйста. Валентина Ивановна, спасибо. Такая же просьба, если можно вместо Горячева включить. Нет возражений включить. Принимается. Юрий Викторович Федоров. Да, мне тоже, если можно, включить. Где у нас? Да, здесь. Убрал себя или нет? Нет, Юрий Викторович Федоров. Здесь. Да, да. Ну, говорите, говорите. Я вам даю. Прошу тоже включить комиссию, конечно. Предлагаете также да, вас у нас включить. В Удмуртии остался один коллеги, из немногих. Нет возражений? Нет. Владимир Альбертович Лебедев, пожалуйста. Может задать вопрос? Я просто прослушал. А Клишец, он включен? Нет, не включен. Слушайте, Но его нет, это его проблема теперь. А мы потом не сможем это... Нет. Коллеги, если он не проявлял такого желания, то как... За него мы можем решать, его нет. Ну, он проявлял такое желание до этого, я просто сейчас не знаю, как он к этой ситуации. В следующий раз Сергей Павлович Иванов тоже просится включить, пожалуйста. А вы же включены, Сергей Павлович. Еще раз? Так, тише, пожалуйста. Что, Сергей Павлович? Микрофон погромче. Иванову включите микрофон. Пожалуйста. Валентина Ивановна, вот сейчас идет как официальная часть, а на словах это как-то так. Поэтому я поднял руку, чтобы это услышать официально. Понятно. Официально комитет внес состав вообще-то, но вы подтвердили еще раз свое желание. Коллеги, все удовлетворены составом комиссии. Предложение в таком составе ее утвердить. Нет возражений? Нет, принимается. Уважаемые, да, уважаемые коллеги, может быть, в разном кто-то что-то хотел сказать. Николай Васильевич Федоров, пожалуйста. Мне кажется, уважаемые коллеги, Валентина Ивановна, правильнее проголосовать персональный состав согласительной комиссии, доложенный Степаном Михайловичем Жиряковым, с учетом и дополнений, и самоотвода Светланы Петровны Горячевой. Как юрист, вы абсолютно правы, давайте так и сделаем. Зачитайте, пожалуйста, состав всем, чтобы мы осознанно все проголосовали. Пожалуйста. Я уже сформулировал с учетом дополнений и с учетом самоотвода. Это все звучало, в стенограмме есть. Тогда, коллеги, давайте проголосуем. Кто за это предложение, прошу голосовать. Идет голосование. Коллеги, решение принято.